промышленной политики и предпринимательства Москвы создает открытые лаборатории, в которых школьники и студенты осваивают технологии будущего. Квалифицированно, с интересом, в какой-то степени. 3D-моделирование, робототехника, архитектурный дизайн, биомеханика. Во всех лабораториях детей учат работать на современном оборудовании. По прогнозам ученых, через несколько десятилетий такие машины смогут заменить целый завод. Уже сейчас эти станции позволяют реализовать полный цикл создания нового изобретения – от идеи к готовому образцу. Принтеры, которые позволяют создавать достаточно быстро детали из твердого пластика. Здесь есть фрезерные станки. Центры молодежного инновационного творчества бесплатно посещают не только студенты профильных вузов, но и простые школьники. В лаборатории Neurobotics младшеклассникам предлагают познакомиться с живым роботом и даже попробовать самостоятельно собрать простой. При поддержке специалистов центра подростки воплощают самые разные идеи, от фантастических до вполне реальных. Проект исследований начинающим предпринимателям, работающим в сфере высоких технологий. Они также могут работать над своими проектами и совершать базу на Луне, астронавты, я не знаю, через 20... Музыкальными или художественными способностями несложно. Их в столице несколько сотен. С кружками для детей с техническим складом ума дела обстоят куда сложнее. А ведь именно эта область сейчас как никогда нуждается в таких центров. В ближайших планах открыть лабораторию в каждом районе столицы. В настоящее время правительство Москвы проводит отбор компаний, планирующих получение субсидий на открытие центров в 2014 году. Создание сети центров молодежного инновационного творчества станет первым шагом на пути к тому, чтобы в России появились новые Циолковский и Королев, Попов и Зворыкин.